В этом небольшом помещении вселенной Длиманской расположилась целая нарколаборатория. Территория тщательно охранялась, и на каждом углу установили видеокамеры. Здесь варили амфетамин. Продавали запрещенный товар на территории Одессы. Сотрудники управления с незаконным оборотом наркотиков обыскали квартиры организаторов производства. 3 пакетика с порошкообразным веществом. Что это за вещество? Это тоже наркотическое вещество. Какие? Насколько я знаю, кокаин и МДМА. Нашли не только готовую продукцию, но и пакеты для фасовки товара, электронные весы и даже литературу по химии. А еще 2 пистолета и около 150 патронов. Попала в руки милиции черная бухгалтерия. Почти 24 тысячи гривен, больше 1000 долларов и евро. В настоящее время указанные лица задержаны в порядке статьи 208. Проводятся дополнительные мероприятия по установлению всего круга лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков на территории Одесской области. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных. Валерия Наумова, Первый городской.